Вот. Такая классная, в общем, машина. У нее вот тут вот пластмассовая прозрачная голубая. Это вообще офигенно. Круто, у нее вот такие фары, вот красивые, она вот такая вся блестит. Почему не могу показать лучше, потому что она блестит на свету и на камере, это очень видно, очень такая красивая машина, не совсем не испорчена, вот у нее крыша такая блестящая, офигенная, черная, поэтому черный цвет, если кому не нравится, он не будет как-то компенсировать, как черный цвет, он будет компенсировать, как крутая блестящая машина, это просто будет незаметно, потому что вот такие отблески любого цвета, которые есть вокруг, будет красиво отражаться на машине. Вот у нее вверху тоже есть такое прозрачно-голубое, вот тут, чтобы посмотреть, вот тут сзади вот такая вот. Что же у нее сзади с фарами, ну, тут, конечно, вот так вот. Фары такие красивые сделаны. Сделаны такие красивые голубые. Вот у нее номер 8, вот этот номер, вот это такая тачка номер 8, она чтобы гоняла по местности. Поэтому очень думаю, только что-нибудь. Номер 8. Кому нравится такая тачка, я у нее нет поглядывать. Вот колеса пластмассовые, правда, но это красиво. Вот зеленые такие вот колеса. Вообще колеса. Да ни у одной тачки у вас, наверняка, если есть игрушечные тачки, там, модельки, машинки, там, просто не будет вот таких вот красивых, крутых колес, потому что вот это вообще писк моды, я не знаю, кто такую красоту мог придумать, вот тут у нее внизу, посмотрите, как колеса крутятся, вот так вот колеса крутятся. Вот у нее внизу написано. Я не могу сказать точно по буквам, что это именно написано, потому что... Да, немного, конечно, мутно моя камера это видит, но оно на самом деле не мутно. Поэтому я думаю, если можно разобрать, что тут показано, то это вот... 08. Когда тебя ногами вот так. Я посмотрел, думал 80. Нет, все-таки 08. Вот она с этого боку просматривается тоже. Вот так же самое офигенно. Поэтому я думаю, что это достойный выбор для тех, кто любит вот такую вот замечательную машинку, поскольку вот, даже когда ее видно на мутной камере, плохо, ее достаточно плохо видно, это не забивает ее красоты. То есть, когда там свет неправильно настроенный, не видно просто того, что она черная, она вот так вот начинает блестеть, это очень красиво отражается на машинке, на колесах, на самом черном цвете. Я вообще в восторге, как вот делали эту машинку, потому что машинку делали по первому писку, вот тут, чтобы выделялась такой красотой, я не знаю, как на этом вот смотреть, вот тут у нее на багажнике, кроме голубого вот этого прозрачного, вот тут вот чем-то серым таким заделали, но чтоб точно уже красотой своей покорить. Поэтому, кроме слов благодарности тем, кто делает эту машинку, у меня лично нет никаких больше слов. Показываю ее и спереди, вот. Спереди. Вот она вот такая вот сзади. Вот. Что у нее вот такой вот сзади багажник. Он вот тут вот немного вот так вот приподнятый вверх, поэтому вот так. Если кому пока-то что-то эти голубые штуки, там что-то подрато или что-то, нет, это оно так специально сделано, чтобы было красиво, как будто бы кажется, что оно там или подрато, или
что на самом деле оно так нарисовано, просто потому что оно так вот нарисовано красиво. Ездит оно вот так вот, если не, конечно, не по мягкой поверхности. А я сейчас этого, к сожалению, не могу показать, то она может еще разгоняться. Она, конечно, не инерционна, поэтому разгонять ее нужно, насколько кто умеет самостоятельно. Но такой машинкой просто приятно вот так вот взять в руку, вот так вот взять в руку и поиграть. Потому что это достойный выбор для того, чтобы поиграть. Что у нее просматривает через стекло внутри, это ее красивый серебряный вид внутри. Я не знаю, как его видно через камеру. Ну да ладно. Ну, не просто так голубое, прозрачно. Оно голубое и прозрачно, вот это вот стекло. Вот сзади, спереди, сверху, по бокам, вот. Голубое и прозрачно. Но этого не совсем понятно, потому что внизу красиво там, в общем, серебряное там внутри, вот такое вот что-то сделанное. Точно не могу сказать, потому что я ее не разбил, я ее не ломал, вот они. Крепления, которые, если сломать, то уже ничем не починишь. Вот эти вот два крепления, они вот крепления вот абсолютно на месте, вот эти вот крепления. Поэтому вот машинка в идеальном абсолютно состоянии. Правда, что могу сказать, потому данному, сколько она у меня, она не новая. Потому что она у меня уже не в этом году. Она уже достаточно времени, точно даже не скажу, сколько лично у меня эта машинка находится. Но мне бы хотелось акцентировать, что вот эта машинка просто приятно вот так вот погонять, вот так вот поиграть. Поэтому это не так. Хотя для любителей машинок, чтобы вот такая красота сохранилась, можно ее просто поставить, к примеру, на полочке или как вот, как кому. А не то, собственно, так как я не играю этой машинкой, как машинкой, то она у меня пока что хранится на полке. Я думаю, что с полки ее доставать не буду, потому что испортится может вот такая вот красивая. Такая вот красивая машинка. Вот на свету она вот так вот отблескивает, ее не видно. В темноте ее видно, но она начинает отсвечивать какими-то цветами, поэтому я точно не знаю, как ее можно правильно показать, потому что свет у меня не настроен, чтобы правильно показывать. Ну, хотя и да, на ярком свету можно увидеть, как она выглядит. Вот так вот. Вот у нее вот тут вот фирменный знак, вот тут вот находится. Ну и в потемках можно увидеть, как она находится. Вот у нее вот тут вот просматривается у нее фирменный знак. Поэтому я думаю, вот что насчет вот этой вот машинки, это достойный выбор. Вот так вот, если не смотреть, то совершенно не мутно получается, не надо, потому что там то ли там светло, там темно. В общем, как-то это балансируется вот на этом вот данном месте, и оно получается не мутно смотреть. Вот, я кашлянул, значит, это правда. Спасибо всем за просмотр. Оценивайте лайками мою машинку. Вот. У нее вот такое вот тут. Сверху тоже у нее тут вот выделено это. Тут вот такое вот сверху. Это достаточно красиво. Вот. Боковые окошки у нее. Я. Вот у нее вот тут вот так вот.
да, это достаточно красиво. Поэтому оценивайте лайками и подписывайтесь. Потому что я еще хочу не раз рассказать что-то такое, что будет, я думаю, интересно. Потому что в простых повседневных вещах можно вот не разглядеть. Потому что если так смотреть секундно на машинку и не рассматривать ее в течение 10 минут, можно просто не заметить ее красоты, ее уникальности. А я считаю, что почти во всем, что есть в мире, есть своя неповторимость, своя уникальность и своя красота. Ее главное найти вот эту вот красоту. Всем спасибо, кто смотрел это видео.